Да, ребят, привет. Добрый вечер всем. Я сейчас поставил настройки, как раз которые. Ну, в общем, разрешение поставил такое, с которым я обычно играю. Мне хочется попробовать, можно ли это настроить так, чтобы можно было играть. Если получится. Кстати, неплохой бой сейчас получился. Дедуля просто тащится. Смотрите, у меня столько раз не пробили всякие ЯКП-100 и так далее. Это просто ужас. А в самом начале я выехал, меня 2-268 кумами не пробили два раза. Офигеть. Надо срочно брать дедулю на основе. Поэтому, собственно, я решил его потестировать.